Беременное меню очень странное. Мама, ну не капризничай. Лучше съешь конфетку. Нет. Ничего не хочу. Ну и запах. А вот и папа с вкусняшками. Может, хоть он угодит маме. Томас, это чипсы? Сегодня меня от них тошнит. И знаешь что, Томас? Мне надоело. Это развод. Уходи из нашего дома. Мы с Меган будем жить одни. Мам, а может не надо? Не волнуйся, дочка. Мы справимся. Томас, прощай навсегда. Кажется, семейная лодка попала в крушение. Папа, не волнуйся. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Томас все испортил, и он за это поплатится. Нужно избавить дом от его вещей. Меган, не мешай мне. Любитель чипсов, это все твое. Забирай. И чтобы ноги твоей здесь не было. Только не это. Дождь из рубашек и штанов. Надо срочно спасать ситуацию. Может, этот букет поднимет маме настроение. Ура, сработало. Томас настоящий стратег. Цветы просто замечательные. Упс, чуть не забыла. Папа, еще открытку. Дорогая, это тебе. Бегемот? На что ты намекаешь, негодяй? Мави, это просто милая картинка. Но уже поздно. Беременную истерику не остановить. Ох, что же я наделала? Папу теперь не пускают даже на УЗИ. Как несправедливо. Но он обязательно найдет выход. Доктор, у вас сегодня выходной. И маскарад начинается. Приветствую, дамы. Располагайтесь поудобнее, мамочка. Начнем. Увы, но Томас ничего не смыслит в медицинских приборах. Доктор, не надо слушать мой живот. Мы здесь, чтобы узнать пол ребенка. Ах да, где же это? Папу надо спасать. Держи, вот нужная штука. Так, сейчас, секундочку. Готово. А вот и наш... ваш малыш. Меган, он прелесть, правда? Дорогие, давайте обнимемся. Доктор, это лишнее. Какой радостный момент. И вся семья в сборе. А обнимашки можно отложить на потом. Беременным так сложно найти душевную гармонию, спасает только ароматерапия. Ммм, как вкусно пахнет. Мама, а как насчет курсов для беременных? Меган, замечательная идея. Только я сначала посплю немного, ладно? Очень вовремя, мама. Сладких снов. Папа, срочное дело. Смотри, курсы для беременных. Мама уже согласилась. Спасибо, Меган. Ты лучшая дочка на свете. Хоть бы на этот раз все получилось. Мамочки, подходим, не стесняемся. Занятия вот-вот начнутся. Где же папа? Опаздывает. Итак, разбиваемся на пары. Мама с дочкой, вы будете вместе. Папочка, а вы как раз вовремя. Вот ваша пара на сегодня. Но, понимаете, я тут с женой. Отставить споры. Немедленно приступаем. Роду ждать не будут. И зачем Томас сюда пришел? Чтобы обнимать других мамочек? Какой негодяй! Не позволю. Томас, сейчас ты узнаешь, что такое беременная месть. Получай. И это прямое попадание. Папа, я сейчас тебе помогу. Ни за что, Меган. Мы уходим. Как спасти любовь? Нам нужен мозговой штурм. Меган, есть идея. Твоя мама просто обожает ягодное пирожное. Вау! Раньше она могла есть их без остановки. Решено. Пусть пирожные станут сладкой приманкой. За работу, дочка. С этой минуты мы кондитеры. Мука и сахар. Есть. Теперь яйца. Молодец, Меган. Отлично сработано. Теперь молоко и варенье. Вот она, кулинарная магия. Пирожные готовы. Меган, не трогай. Это же маме. Зови ее на кухню. Мамочка, у папы для тебя сюрприз. Открывай глаза. Это же любимый десерт. Приятного аппетита, дорогая. Какое сладкое очарование. Томас заслуживает прощения. Оказывается, маме теперь тошнит от ягод. Меган, я все испортил. Папа, соберись. Еще не все потеряно. Беременный сон очень неспокоен. Меган, а может, почитаешь мне? Конечно, мамочка. Располагайся поудобнее и засыпай. Нет, не могу. Все давит и колет. В таких условиях просто невозможно спать. Мамочка, спокойно. Арома рыба уже здесь.
Вдыхай этот прелестный запах и закрывай глазки. Меган, все бесполезно. Но если моя нога будет здесь, можно? О, мама, это уже слишком. Тебе нужна папина поддержка. Сейчас будет, не беспокойся. А вот и папа-заменитель. Сладких снов, мамочка. Но Мави так просто не проведешь. Томас, тебе здесь не место. Вон из моей кровати. Оу, Мави опять не в духе. Окей, окей, зайду в другой раз. Сейчас или никогда. Мам, а можно мне щенка? Меган, нет. Никаких собак. Эти пушистые звери меня раздражают. А можно? Нет. Никаких телефонов, мороженого и подружек. Мама устала. Маме нужен отдых. Воспитание – это так сложно. Ох, сейчас маму лучше не беспокоить по пустякам. А вот с папой договориться гораздо проще. И есть одна идея. Пап, а можно мне щенка? Что плохого в милых щенках? Конечно, можно, Меган. Спасибо, папочка. Ты лучший. Какой очаровательный малыш. Это лучший пес на свете. Ой, кажется, мама зовет. Я сейчас. Милая, как насчет сладенького? С удовольствием. Стоп. Тут пахнет пушистым предательством. Неужели в доме собака? Беременный нюх не подвел. Это все проделки Томаса. Ему не уйти от наказания. Томас, как ты мог? Я же говорила, никаких собак. Кто-нибудь выключите у Мави громкость. Скоро в семье будет пополнение. Вот бы подарить маме что-нибудь особенное. Например, коляску для малыша. Копилка, твое время пришло. Но этого катастрофически мало. А что если... Магазинная тележка тоже коляска. Ага. Надо только ее декорировать. Уже намного лучше. Самая креативная коляска в мире. А заодно можно и маму с папой помирить. Так и быть, пусть это будет подарок от папы. Мама, тут для тебя сюрприз. Посмотри. Меган, какая прелесть. Спасибо. Ты такая умница. Что? Это от Томаса? Это так трогательно. Отличная попытка, Меган. Вот мы и наедине, моя прелесть. Иди ко мне. Только ты меня понимаешь. О, нет. Извини, я не хотела. Сейчас мы тебя поднимем. Но это не так-то просто. Без службы спасения не справится. Томас, случилось самое страшное. Что такое, дорогая? Немедленно выезжаю. Томас, все кончено. Моя рыбка, понимаешь? Как скажешь, дорогая. Держи. Мы снова вместе, моя ароматная прелесть. И это все? Томас, а ты свободен. Не мешай нам. Шопинг – это замечательно. Но без папы тяжеловато. Меган, ну где ты там? Не отставай. Ой, мамочки, у нас небольшая авария. Меган, ты как? Не плачь, дорогая. Сейчас мы соберем все пакеты. А ты пока держи игрушку. Ох, ну как это сделать? Кто-нибудь на помощь? И как назло, вокруг никого. Молодой человек, вы нам не поможете? Конечно, дамы. Я мигом. Вы наш герой. Нам туда. Пойдемте. Меган, мы спасены. А вот и папа. А что тут, собственно, происходит? Что за семейная идиллия? Но, кажется, у папы от ревности двоится в глазах. Эй, ты! Руки прочь от моей семьи! Томас, это не то, что ты подумал. Ой, началось. Мави, я знаю, что делать. Скорее в больницу. А с этим ухажером мы потом разберемся. Мамочка, поздравляем. Какой трогательный момент. Вся семья в сборе. Самое время забыть обо всех беременных обидах. Как Томасу и Мави назвать малыша? Напиши свой вариант имени в комментариях. Ставь лайк, если тебе понравилось видео. Подписывайся на наш канал и жми на колокольчик. Не пропусти еще больше забавных скетчей про семью на канале Трум-Трум Селект.